Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Лола ТВ опять с вами. Дорогие мои подписчики, сегодня на моем канале будет обзор опять про детские вещи. Дорогие мои подписчики, сегодня мы будем выбирать и закупать товар. Этот товар будем отправлять в Таджикистан. Девчонки-печонки. Так, вот моя команда. Вот наша Ромошка, все в процессе. Вот моя тигрица. А это я. Big Boss. Ну что, сейчас начнем уже? Хорошо, сестра, давай. Как у тебя там? Есть график? Ты же уже начальница у нас. Да, сестра, я работаю. Знаешь? Алло, Шахноза? Шахноза? Помнишь, первый раз, когда ты у меня товар брала, в долг залезла, там в деревне сидела, смотри, сейчас как начальница сидишь, такой пост занимаешь. Ну, год прошел, по-моему, да? Нет, 9 месяцев, еще не год. Ну, ты умница, я вот, ты вообще мотивируешь и меня, и всех, и дочка рада за тебя. Ой, Диана моя, я очень рада за тебя. Ну, все... Начальница, вы как раньше теперь не можете дома сидеть с детьми выбирать, теперь вы начальница на работе, как будем сейчас работать? Спасибо вам за все, вы ваша психолог, вы мне так помогли, я всю жизнь благодарна вам. И это ты мне помогла, ты слушала, что я тебе рассказывала, у меня еще было повторение, что я вот узнавала насчет психологии, ты мне помогла, ты мне еще раз доказала, что это все возможно, я у себя в жизни все увижу, но ты мне еще раз доказала, что это все возможно, и за короткое время ты это все добилась, молодец. Не только насчет работы, вот вышла успешно замуж. Я же вижу, вот как ты там сидишь, а как раньше сидела дома, да, очень тяжелая ситуация была. Это все прошло, Яна. Ой, ты моя сладкая. Ну, давай начнем, потому что ты уже высокий пост занимаешь, у тебя, я понимаю, график уже такой. Для вас всегда есть время. Давай сейчас начнем, да, будем выбирать уже. Так, вот детские. Ты сказала, с первых детских начнем. Утепленный, смотри, Шахноска. Утепленный. Двоечка. С капюшоном. Есть расцветки, да? Есть красивые расцветки. Смотри, красный. Скажи, сколько стоит? $6.14. Размер, пожалуйста. 3,6. От 3 до 6 ростовка. Шахнозочка. Это мальчиковый. Вот красный очень хороший. Еще какие расцветки есть? А, только красный есть и светло-бирюзовый. Теплые. Нет? Конечно, конечно, покажем. Покажи другие красивые. Так, смотри, Шахноза, тоже утепленная, с начесом. Тоже есть кипишочек, но здесь идет уже молния. Штанишки такие военные, расцветки тоже есть. Сейчас скажем, сколько стоит. $6.33. 3,6 ростовка. $6-7 тройки. Очень хорошая цена. Вы уже на Изу знаете, да? Да. Там есть жилетками и куртки. Ну, как ты их продавала? 6,48 доллара, смотри. А, это вот это, да? Это курточка. Это курточка. Смотри, здесь рукава есть, не жилетка, а курточка. Это сколько стоит? Так. $6.48. Смотри, здесь идет футболочка. Нет, двухнитка. Длинный рукав. Кофта.
двухнитка неутепленная, шахмозочка, видишь, неутепленный, штанишки такие обычные, без всяких надписов, и сверху идет курточка на тоненьком свинтифоне, дорогая. Осенняя. Хорошенькая такая. Осенний вариант, да? Да. Вот она такая, сладенькая, хорошенькая, есть расцветки. Желтый, электрик, голубой, красный. Вот, а это тоже по серии возьмем. Какую? Синюю возьмем? Синие есть цвета, еще какие цвета есть? Смотри, желтый, да? Есть синий, желтый и голубенький. Вот, три цвета. И красный, ну красный ты не хочешь. Нет, красный не надо, но желтый надо, сестра. Давай желтый. А синий вот такой, электрический есть наверху. Ага, смотри, внутри три. Три серии, три штучки, ростовка. От двух до четырех ростовка, три штучки серии. Еще электрик дай, пожалуйста. Жилетками еще есть. Мы вот сюда сейчас будем складывать товар, потом мы вам, если не забудем, покажем. Электрик. Вот это вот, все. Вот это вот, да? Так много? Да. Три штучки серии. Вот смотри, беру желтый и электрик цвет. Да. Угу. Какой-нибудь платья хороший нету? Сейчас покажу. А жилетки нужны будет? Или лучше с рукавами, да, мы взяли? Лучше с рукавами. Ага, хорошо. Сейчас двойки покажу. Бабушка, что из панелок? И штанишки не нужны, двойки нужны сейчас. Майтатта, тот радига нарсала. Мамла нах яштук шранкус. Чтобы цена была хорошая, потому что это есть, так? Для девочки там еще платье было, я видела на ваше видео. Да, платье сейчас покажем. В этом этаже длинный рукав нету. Тебе сейчас длинный рукав я покажу платье. Смотри, вот такая двойка. Тоже не утепленная. Смотри, осенняя, имей в виду. Для мальчиков. Сзади есть кипишончик, спереди есть молния. Сейчас скажем, сколько стоит. Так, 8, 6 долларов и 82 центов. И кипиши. 2-5 ростовка. От этого тоже 2 серии может возьмем. Смотри, вот это вот. Давайте красный возьмем и вот это. Вот красный. Пойдете? Ростовка 2-5 сказала, да ты? Взяли красную, еще какую хочешь? Еще там какой цвет есть? Может быть, другой модель возьмем в другом цвете, чтобы у тебя одинаковой модель не было. Смотри, вот такой, похоже. Хорошо. Это сколько стоит? Желтый, да? Да. Так, 6 долларов и 75 центов. 5-8 ростовка. Есть желтый, красный цвет. Еще какой есть? Есть желтый, красный, бежевый. Это другой модель. Подожди, смотри, смотри, красный, Диана. Смотри, это красный. А это красный покажи. Лучше давай возьмем вот эту модель красной, а вот эту модель мы возьмем бежевый. Хорошо, Диана? Вот бежевый, смотри. Здесь веревки такие красивые. Вот бежевым. Хорошо. Вот бежевым. Так, берем бежевый такую, а красную, она чуть побольше ростовка, берем вот эту красную. Вот она. Хорошо, сестра. Все. Здесь 4 штучки в серии. Они по 4 штучки. Так. И родочка, покажи нам. Недорогие и хорошие. Потому что здесь есть еще чуть-чуть подороже. Так, вот эти двоечки с молниями. Маленькие тоже будем смотреть? От 6 месяцев до 24. До 2 лет. Да, да, сестра. Мама на курсаке. Вот это хорошенькие, смотри, тоже с кипишоном. Сладенькая такая. Цена какая? Сейчас вот она узнает. От курсаки.
6,48. Ну, смотри сама, если ты не сможешь продать, скажи, не пойдет. Я поищу подешевле для тебя. Все, все, да, потому что ростовка маленькая, да, и цена как взрослая ростовка идет. Сейчас посмотрим еще. А, вот эти штанишки. Мишка Зандовлю. Смотри, какие теплые. Цвет тоже хороший. Сколько она стоит? Сейчас, сейчас вот она узнает и скажет. Здесь музыка идет, ничего. Пишет, пишет. Пока ты что она? 5,35, только штанишка. И тебе сейчас. 2,5 ростовка. Дорого, дорого. Все. Нет, не показывайте, она дорого. Показывайте. А мы на задний план свою музыку тихо поставим, это закроет. А, у них авторская музыка играет? Да. Здесь не двойки, да? У вас двойки где были? Внизу еще по есть. По 3, по 4 были хорошие двойки. Помнишь? Курточки, если хочешь, смотри, пришли, да, у них новые. Да, курточки тоже хотим. Хотя бы узнаем курточки не только для Шахмуза и для наших клиентов. Сейчас про курточки им покажу. А, плюс ранушка, видите, снимай Шахмуза, я думаю, что не против. Так, смотри, Шахмузочка. Вот такая курточка. Сейчас ее закроем. Потом видишь? Они пойдут, да. Ты покажешь пару штук. Так. Кипюшон тоже снимается. Сейчас нам скажут, сколько стоит эта курточка. Так, вот она. Значит, продастся, говорят. Так, вот она. Так, показывай. Есть грязно-розовый, светло-розовый цвет и светло-сиреневый. 6-9 лет, $14.64. Может, серию возьмем, сестра? Тут можно, разные Олечка, есть. Подбери какой-то хороший цвет. У тебя вкус очень хороший. До Таджикистана. Ну, либо этот, либо вот этот, наверное, лучше вот этот. Чуть-чуть, да? Да, чтобы... Шахмузочка, смотри, тут чуть светлее цвет и чуть темный грязно-розовый. Ага, да, да, да. Подожди, нет, другие модели, может, возьмешь в одном сети, чтобы у тебя все похоже не было. Помаленькие вот есть. Чуть поменьше есть ростовки. Посмотрим, Джана? Тебе. Хорошие. Сейчас скажем, сколько стоит. Давайте я тебе поближе модель покажу. Это кумуш рань, кумуш ван, серебро. Серебро. Смотри тоже. Серебро. Да. Кипюшончик тоже снимается, если что. Качество среднее. Ну, хорошее. Сколько? Ну, за свою цену, так, да. 15,60 цен. 2,5 ростовка. Расцветки есть. Вот этот что она хочет? Такой цвет хочешь? Вот такой цвет хочу, сестра, вот этот. Все, такую одну дай, пожалуйста. О, маленький, тоже такой цвет и большой грязно-розовый. Да, у нас две куртки получились, да. Вообще куртки. Малыши, да? У нас получилась маленькая ростовка, такой серебристый цвет, серебро. А тут побольше ростовка грязно-розовый. Даже очень красивый грязно-розовый, необычный. Вот он. Да, эти наши двойки-тройки. Сейчас я тебе покажу недорогой товар. А вот, сейчас Ирода нам показывает еще кое-что. Очень, очень красивая. Ну что, найдите для меня лапа-шумный товар, чтобы арзон была. Я знаю тебя, какой товар ты хочешь. Я такую я сейчас сегодня тебе подберем с девчонками. Смотри, рукава, смотри, вот здесь. Рукава, смотри, вот здесь единочки, здесь идет оборочки, вот, капюшон тоже все снимается, теплый такой, вот эта брошь тоже снимается, есть еще пояс такой, стоит 13,26, интересно ростовка, 2,5, смотри, сюда, $13, и сколько тут цен получается, шахмузочка. Может, от этого тоже возьмем? Да, да, да. Сейчас. А, расцветки.
Так. У нас такой цвет. Видишь, вот такой не брали. Мы, беж, да? Ну, если честно, вот это он богаче. Вот этот цвет, да? Вот какой цвет хочешь? Сейчас, минуту. Все, да? А, $8 и $16. Платья недорогие. Вы где покупали? Оля, закупали. Для девочек платье. Там... Есть? Там, какие там от $7. Недорого тебе? 8 с чем-то, да, ты сказала? А, $8.60. Вот эти можно, Лола, которые трикотажные. Есть же они этот? Давай платье сейчас пока оставим, я тебе платье подберу. Давай, посмотри, вот это костюмчик по $4. Возьмите вот это красивое. Есть расцветки разные. Вот этот цвет возьму, кирпичный. Он сейчас в моде. Хорошо. Будна. 4 штучки в серии по $4. Разные костюмы, год. Ростовка от года до 3. Разные расцветки, узоры, мишки, кошки, зайчики, там, машиночки, динозавры, короче. Можешь там тоже ручку показать. Так, смотри, шагнуза. Здесь Мишка. Это тоже у Мишки ушки оторвали. Она уродка у нас. Нам другое дадут. Это тоже 4? Да. Тоже $4. От годика до 3. Есть разные расцветки. Подожди, это решу. Так, здесь смотри. Зеленый цвет. Электрик по $4, утепленные девчонки мои. Ростовка от года до 3. Это другое что-то, да? Уже все заканчивается, видите? Я зеленый цвет и электрик цвет, пожалуйста. А здесь нормальными ушками есть? Здесь ушки, видите? Видите ушки? Снова барбан. Есть другое? На витрине тоже? Ну, до 500 будет. Сколько это, да? Для девочек тоже возьмут. Так, с Мишкой. Показывает. Опять Мишка. Опять Мишка. Для девочек можно снимать? Сейчас, подожди. Девочки, я бывала про девочек. Это тоже утепленный, тоже 4. Тоже $4. Ростовка от годика до 3. 3 штучки в серии. Есть расцветки. Смотри, шагнозочка. Красивый кирпич. Зеленый. Светло-оранжевый. Серый. Синий. Будь здорова, Диана. Синий. Спасибо. Какую? Всех. А, две. Вот эту. Давай это и желтый для того. Ранушка, ты тоже могла бы помочь. Я покажу бы. Вот для девочки. Ой, давай похоже. Для девочки забыли. Шахноза, вот Ранушка хочет тебе показать кое-что. Для девочек, Шахноза. Мишка, да? Тоже Мишка. Да, тоже Мишка, это для девочек. Какой есть. Вот для девочек опять. Почти тоже. Наверху на первый я тоже. Оля, меня покажи. Здесь клиентка звонит. Вот, дорогие подписчики, если вы прямо звоните, как будете мне мешать? А я буду отключать. Да, шахнозочка? А наверху вообще сколько стоит? Дорого, да, там? Я сейчас узнаем, Джан. Узнаем. Давай пока я тебе покажу товар, который по $4. Да? Вот это костюм $6.70. Они маленькие, от 9 месяцев. Давай я тебе покажу сейчас самый ходовой товар, который летит. Смотри, пингвинчик по $4. Так, опять не Мишка, подожди, опять не Мишка, а зайчик. Теперь у нас получается корова. Корову тоже надо любить, молоко дает. Тоже разные расцветки. Такая мордочка, но она мне не нравится, но такая мордочка. Вот Олька что-то нашла.
Есть вообще тоже корова, где-то едет, куда-то едет. На голове прям сидит петух. Петух. Так, смотри, какие красивые львенки, тигрицы, мигрицы. Есть разные расцветки. Вот еще, это что, мороженое, сыр или что это? Петух? Это все по 4 доллара. А вот эти по 4 доллара? Смотри, Шахмозочка, перед коровой был пингвинчик. Шахмозочка, Шахмоза, подожди, подожди. Есть вот такие расцветки. Кирпич тоже есть. Смотри, кирпич. Что? Разные цвета. Вот здесь синий возьми, в другой модели другой цвет. На синий другой дайте, вот здесь избратный. Давайте, вот синий, да. Ага, о, все, синий, да. В коробку еще она хотела. Цвета другие, да, в коробку. Да. Так, все, синий берем. Ой. Давайте зеленый. Тебе зеленый цвет нравится? Мне тоже нравится. Пойдет? Да, пойдет. Еще зайчик там была. Бальчик? Вот этот. Зайчик? Сейчас, зайчик. Извините, Анночка. Я думаю, ты на тушу будешь. Смотри, зайчик. Зайчик, вот это целый цвет или как бежевый цвет пойдет? Это... Зайчик для девочек, дорогая, смотри, розовый. Ну, как можно, если розовый. Розовый? Так, еще что, корова была еще, с краткой приехал. Где он? С петухом. Вот, Диана. Еще вот эти бабочки. Пойдет молока. Вот. Молока у вас, так, очень... Коровку какую возьмем? У нас бежевый свет мало, да, Олечка? Или взяли что-то? Бежевый свет. Вот этот свет возьмем. Да. Другие цвета, да? Это тоже красивый. Это оранжевый, да? Да. Это все по 4 доллара. Серии 3 штучки. Рассовка от 2 до 5. Вам не надо? Это все... Ой, год три, извини, Джана. Только эти расцветки есть. Он занят, да? Оранжевый цвет надо. Мама с сыном, мама с дочкой. Да, ну, более ясно, удобно. Вот это цвет очень морковный цвет. А мы динозавр не взяли. Почему я? Я почему динозавром называю, сама не знаю. По 4 доллара утепленные, 3 штучки в серии. Вот это цвет возьмите, серии цвет утепа. Да, уже, по-моему, хватит. Что, петуха оставим? Так, это платьишки. Они дорогие, к сожалению. Что, с трикотажным? Вон там вот сейчас подешевле есть платья. Сейчас. Вот это? Да, где-то 8 или... 9. 8 и 11. 8 доллар и 11. Да. У тебя нету? Это какой-то теплый или нет? Нет, он не теплый, но осенний он. Осенний вариант, да? Да, но не вот теплый. Вот эту может возьмете, сестра, вот эту. А какую расцветку? Которую видишь жители.
Вот это, да? А такая есть? Все. Ну, она чуть-чуть дороговато будет. Ты продашь в Таджикистане, Джана? Да, да. Все. Хорошо. Так. Сейчас Микки Маус она узнает. Она чуть дороже, потому что Ростовская большая. От 3 до 6. Вот это пойдет. 2 доллара, да? Нет, нет, сейчас она скажет. Это Ростовская большая же. Не 2 доллара. Так, 3 доллара и 24 цента. 3 доллара 24. Какая есть? Темно-синяя или красную взять? Который вам нравится? Красная лучше для девочек. А тогда красный. Красная, дай одну. Так, а это что? Это тоже узнаем. Смотри, еще один Микки Маус. Прям много. Сейчас. Тоже такая же, как вы знаете. Так. Сейчас узнаем, сколько стоит. 3 с чем-то стоит трикотаж. 3 доллара и 20 центов. Вот это возьмем. 3 доллара и 20 центов. Шамозочка. Все, мы общие взяли 2 платья. Или нет, здесь 2, 4 платьюшки взяли. Хватит тебе? Или еще хочешь? 4 варианта. Да, 4 серии разные. Пойдет, да. Что еще? Блячки нама. Вот эти большие есть утепленные. На физкультуру не будут у нее брать дети? Этот Микки Маус красный, да, стоит от сестра, вот это. А они маленькие, от 9 месяцев и выше. Нужны тебе такие ростовки? Тихо, пожалуйста. Сейчас узнаем, смотри, есть такие ростовки. Розовый, серый, красный. Нет. Сейчас узнаем. Так, 6 долларов и 73 центов. Они утепленные. Так. Две ростовки. Какие? Вот красную точно возьму. И розовый. Серый? Да. Нет, серый тоже хороший. Все, берем. Ага. Что ты хотела показать? Вот эти спортивки, по-моему, недорогие. 6-9 лет. С начесом. Сейчас цену посмотрим. 9 долларов 11 центов. Но это на большой возраст. Ростовка большая. Вот это красивый, который девушка. Держите, вот это красивый. Ростовка большая, ты смотри, ты можешь продать в Таджикистане? Это примерно... От 6 лет до 9 лет. Ага. Но она теплая, зимняя. Так, цвета. Давай покажем. Здесь вот зеленый хаки. Синий, черный, желтый. И все, да? Все это да. Вот, черный, желтый есть. Сейчас она занята. Хочу.
Они прям настоящие, как это, свитшоты, бывает? Не взяли, мы вас ждем. Есть зеленый, есть черный, с желтым есть, есть синий, серым. Желтый, черный, красивый. Да, вот это очень красивый. Видите, что это пакет? Они прям такие теплые, зимние. Берем такую? Пойдем, сестра. Ага. Пойдем. Хорошо, новые, да, что? Так много возьмем на женские, деньги не остается. Ну тогда можем прекратить, мы же еще женские хотим. Девочек, смотри, для девочек у нас вообще нормально, достаточно платьюшки. Куртки взяли. Так, платьюш. Ага, тогда хватит это. Микки Маус у нас в другом свете для девочек, смотри. Вот еще платье для девочек. У нас еще внизу 3 серии куртки. Джанам, для девочек ты достаточно взяла? А тогда хватит, сестра. Все, тогда закончим. Потом в другом магазине еще продолжим, хорошо? Хорошо. Сейчас мы это все посчитаем и тебе чек, фотку сразу скинем. Хорошо, сестра. Хорошо, небольшой перерыв. Дорогие мои подписчики, пока в кассе большой очередь. Мы сейчас будем ждать своего очереди, чтобы нас посчитали нам наш товар. И я для вас сейчас покажу ассортимент. Насчет цены я не могу сказать, потому что все продавцы заняты. Никто не будет мне сейчас показывать насчет цены. Но как-то я постараюсь вам узнать, сколько стоит что. А так процесс закупки я вам показала. Там про цены тоже все мы говорили. Так, смотрите, вот такие троечки. Очень хорошенькие, сладенькие. Так, вот такие еще троечки. Мне, я хочу еще вам показать вот такие подростковые тройки. Так, подростковые тройки, знаете, сделаем как? Потому что это не дело просто говорить. Раз говорить, надо показывать цену. Сейчас я возьму любую ростовку. Если у них вот этот аппарат работает. Ой, извините. Через этот аппарат мы узнаем, сколько стоит. Чтобы я время не теряла и чтобы вам было хорошо. Сейчас. Ага. Сейчас. Нет, аппарат не работает. Извините. Ну, вот такие тройки. Примерно 8-9 долларов. Точно не могу сказать, потому что точно я уже забыла. Такие тройки. Есть разные расцветки. Есть для девочек, для мальчиков. Так. Смотрите, какая красота. Вот они. Все троечки. Так. Еще хочу вам показать. Вот для девочек тоже разные тройки. Жалко, что я хотя бы одну не могу вам сказать, сколько стоит. Зря я здесь кручусь, снимаю видео, потому что... Не получается. Этот аппарат у них не работает. Или вот эти коды, все вот тройки. Еще платьюшки разные. Так, вот такие тройки. Вот эти недорогие. Вот эти двойки. Тоже средняя ростовка. От 2 до 5. Так, в этом модели мы в прошлом году тоже не такой похожий. Продавали очень много, очень хорошо продавали. Есть разные расцветки, смотрите. Есть вот такие тоже. Сейчас вот эту модель тоже, сейчас достану любую. Тоже очень хорошо продавали. Это повторяется, вот эта модель. Потому что когда-то как-то что-то хорошо продает, они делают повторы. Все, тогда жалко. Помощников нету. У них небольшой очередь там. Так. Давайте я еще вверх покажу вам.
Смотрите, какие двойки. Все, на, все с начесом. Начинается от 4 доллара и выше. 4 доллара, 5, 6, 7. Самый потолок 8, по-моему, подростковые. Так, вот подростковые тоже. Есть разные расцветки. Так. Такие мы цены звучали. Мы брали уже такую. Вот. Платьюшки разные, двойки разные. Так. Магазин четырехэтажный, очень огромный выбор. Качество очень хорошее. Таких мы взяли уже, они по 4 доллара с начесом. Ну, утепленная, я имею в виду. Мои подписчики, гости моего канала, с этим мое видео заканчивается. Спасибо вам за просмотр, спасибо за лайки, за смски, спасибо за вашу поддержку и за вашу любовь. Еще хочу я поблагодарить моих работодателей, кто дает мне работу, кто со мной вместе сотрудничает. Спасибо вам и процветания в вашем бизнесе. С этим пока, дорогие мои подписчики. Люблю я вас всех, берегите себя. Пока!